снимаешь с него ошейник. Именно. Ты снимешь ошейник, и он изобьет нас всех в мясо. Какой ты умница. Значит, в моих лучших интересах не снимать этот ошейник. Это с людьми стало в последнее время, не знаю. Наверное, дефекты слуха. Бери все, что хочешь. Нет, меня мать не приучила быть свиньей. В отличие от некоторых. Я беру только то, что мне причитается. Но на этот раз... С небольшим процентом. Поскольку ты оказался таким вонючим говноедом. Пошли. На что смотрим? На великолепное шоу. Вот и славно.